Видеохостинг YouTube заблокировал канал украинского пранкера и блогера Евгения Вольнова за нарушение принципов сообщества. При попытке перехода на его канал в настоящее время мы можем увидеть сообщение: этот аккаунт был заблокирован за нарушение принципов YouTube. В марте против Вольнова, настоящее имя которого Никита Кувиков, в России возбудили уголовное дело по статье 282 «Возбуждение ненависти и вражды». Басманный суд Москвы заочно объявил его в международный розыск. Пранкер звонил в различные учреждения Кемерово в день пожара в торговом центре «Зимняя вишня» и сообщал о сотнях погибших, представляясь сотрудникам различных ведомств. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе последних событий.